Сегодня на одну сцену с местными музыкантами выйдет титулованный скрипач Павел Милюков, обладатель наград престижных музыкальных конкурсов. Он с удовольствием принял приглашение сыграть на сочинской сцене. Важно прежде всего, конечно, для роста коллектива, потому что для всего оркестра, особенно для струнной группы, мне кажется, очень важно выступить с таким скрипачом. Я поговорил с Павлом, он даже с некоторыми из наших музыкантов проведет что-то таких, в общем, кратких мастер-классов, мастер-курсов. Я уверен, что это будет совершенно бесценный. Что еще интересно, играет Павел Милюков на очень редкой и потому особо ценной скрипке 17 века, созданной мастером Гварнери. Самое главное, действительно такой звук, которого не повторить уже точно. Ни созданием инструмента, и редко вообще, где можно сегодня послушать. Их все меньше и меньше, они все больше и больше закрываются в частных коллекциях. Впервые в Сочи будут исполнены такие сочинения русских классиков, как «Вторая симфония» Дмитрия Шостаковича, посвящение «Октябрю», а также скрипичный концерт Арама Хачатуряна. Завершат вечер фрагменты из известного балета Петра Чайковского «Спящая красавица».